по языку в минуту. В Баку придумали уникальный способ изучения иностранной речи. Сегодня будем говорить о новых формах обучения. Начнем с необычной, я бы даже сказал, невероятной программы бакинского полиглота Эмина Кулиева. Он уверяет, что способен выучить любой язык мира в невероятно короткие сроки, от минуты до получаса. И знает их уже 25. Метод Кулиева изучили наш корреспондент. Испанский, арабский, китайский, шведский. Ну, таких книг у меня много, словарей у меня много. Эмин Кулиев называет эти книги своим багажом интеллектуальным. Полиглот уверяет, что знает 25 языков. Английский был первым в списке. Его он выучил еще в школе, мечтая переехать в Америку. Я делал все домашние задания для детей, в смысле, в классе. Хорошо знал живым этот... За 4 месяца полностью выучил, очень свободно владел, переводил. А потом армия, и после армии работал переводчиком. Идея выучить как можно больше иностранных слов пришла к Кулиеву несколько лет назад. Тогда он начал разрабатывать собственную методу, создал уникальную грамматику. Говорит, это скелет, подходящий для всех языков мира. Мол, выучил 6 страниц теории, и ты готов к дальнейшему обучению. Вообще информация передается со слухом. То есть слышать это намного лучше, чем видеть. Поэтому я предлагаю людям заниматься меньше книгами, а больше по фильмам, по песням. Звучит фантастически, но у полиглота есть ученики, которые тоже уверяют. Способ Кулиева работает. К нему приходят те, кто отчаялся овладеть иностранным. Я раньше ходил на курс английского, но толком, кроме «привет, до свидания», ничего не запомнил. А вот благодаря методу Эмина я за 20 дней в совершенстве овладел английским. Кулиев уверяет, способен выучить любой язык меньше, чем за месяц. Обязательная часть программы не только говорить, но и петь на чужом языке. Эмин хочет выучить еще 75 языков, чтобы знать их ровно 100. А параллельно готовится к кругосветному путешествию. Надо же знания на практике применять. Елена Савельева, Ильшан Алиев, Эмин Хаквердиев, Мир 24.